Всем привет! Мы на канале Ниндзя Никита. Продолжаем играть в Battle Chase Night War. Что ж, давайте посмотрим, что у нас умеет рыжая Моника. Так, выбрать состав группы. Кто она у нас вообще такая? Здоровье 745. Фига у нее маны. Возможно, она круче Гаррисона. Давайте заменим ее на Гаррисона. Точнее, Гаррисон заменим на нее. Б. Его чекнем, что она могёт. Не вешайте нос. Ой, рыжая Моника. Ага, она у нас стрелок. Сила 544. Блин, а у Гаррисона сколько? Блин, надо было вместо Галли поставить и сравнить с Гаррисоном. Так, таланты. Так, способности. Снижает дистанцию, на которой враги замечают группу, снижает при этом скорость перемещения, кража, ворует золото и предметы у врагов перед рыжей Моникой, не лишает незаметности. Так, способности. Снижает весь полученный урон на 40, понятно. Укус химеры 68, удар на отходе 82 и повышает вероятность уклонения. Наносит 296, если действует незаметность. Ледяная бомба. Ага, то есть незаметность, потом засаду. Очищающая бомба. Снимает один негатив. Репост. Куда? Подступающая смерть. Накладывает на врага подступающую смерть. Отравление, которое с каждым ходом получает дополнительный уровень. Вплоть до 6, после чего прекращает действие. Каждый уровень наносит 27 пронзающего урона. Наносит 510 урона и становится незаметной. Рыжей Моники не может стать единственной целью атаки. Да я даже не знаю, вместо Гаррисона ее брать. Молниеносная реакция. Увеличивает проворность. Ну, можно потестить. Но что-то мне кажется, Гаррисон покруче будет. Типа Галли это точно защита. Нолан это АУЕ. Блин, ну у нее АУЕ нет. Не, мне она что-то не очень нравится. Мне кажется, на ней никто не играет. Гаррисон покруче будет. Гаррисон будет под Чики-Пукичи. Так. Мы там все продали, что могли. Окей. Спасибо. Так, тут кузнец ничего нам не даст интересного. Давай. Продадим артефакты. 18 всего лишь? Что мы за 18 можем купить? Пистолеты карманника. Зазубренные когти. Доп. Урон меньше, выносливость больше. Плюс зазубренный клинок. Зазубренный клинок с вероятностью 10% при попадании вызывает кровотечение на 122 пронзающего урона на 3 хода. Ну, звучит чеки-пучно, конечно. Ну, го. Это же на Галлию. Крушитель камень с вероятностью 10% при ударе накладывает на врага уязвимость. Блин, тоже хорошая цепочка. Нужно 10. Ну это я вообще, если, не знаю, какое-то достижение буду открывать по ловле рыбы, то только вот в конце можно закупиться этим. Так, некрон Нолана. Альтернативный внешний вид для Нолана. Вы можете выбрать доступную внешность на экране выбора персонажа. Что за бесполезность вообще какая-то? Что? Насколько аристократический цилиндр? Эта шляпа, цилиндр несколько выше, чем можно ожидать от цилиндра, но не настолько уж аристократичен. Сложно сказать. Когда и зачем он может понадобиться. Но это какое-то, видимо, для доп. Задания. Баллада о танце на арее, финал. Часть нотной записи пиратской песни баллада. Ага, это, видимо, тоже какой-то дополнительный квест. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Загадочная шкатулка Хламограда. Стоит 8. Ладно, у меня больше ничего нет, так что... Текаем. Блин, хз, можем ли мы сейчас против той штуки сражаться? Так, ну, в принципе, у нас куча брони. Куча дэмэджа. Куча брони. Так, таланты мы все прокачали. Ой, подожди. 8 очков? Сила атаки. Так, у нее 3 очка есть. Мало. 4 очка есть. Сила атаки. Увеличивает силу атаки. Ну, в принципе, тоже можно. Неплохо смотрится.
Ну погнали. Попробуем ту фигню захерачить. Вот в канализейшн. Тын-тын-тын-тын. Надеюсь, там все эти мобы уже, которых мы до этого перебили, мертвы. Oh, yeah. Бедный Макс. Парам-п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 ам. Спуститься дам. Да, никого нет. Так, можно кинуть будет, если эта штука еще там. У него гранату. Плюс вот эту фигню. А свет. Ой. Ну точно я бы хотел броню поставить. Плюс свет, плюс гранату. Так, тут чешуна закрыта. Почему? Даже разве не этот рычаг открывает? А, ну, сюда. Может, какая-нибудь фигня будет, типа, против этого слизня? Да. Ого. Так, подожди, нет. Сюда. Так, цешон. А, это для Моники. Костяное кольцо улучшает эффективность атак своего владельца. Доп урон. Сила атаки, выносливость меньше, но крит больше. О, это надо на Гаррисона. О, у нас еще сундук есть. Меха на посох. Круче? Круче. Меха на посох. Цепочка фигня. Ну ладно, пигнали. Ой, бля. Не, не хочу пока сражаться. Хочу сразу на того здорового червя. Ты сдохнешь, червь. Ля, я не успел юзнуть. Сук. И похавай тоже не могу юзнуть. А, кстати, во, хавчика закупиться. Полезная тема. Ну, погнали. Короче, главное броню. Пигнали, пигнали. О-о. Так, у нас почти есть абсолютка. Абсолютку я бы хотел... чью бы я хотел абсолютку? Есть манощит. Защищает союзника щитом, способен поглотить своего, пока щит действует. Каждая атака по цели добавляет ей 10 заряда и накладывает на... Устанавливаем всему Z, наносит урон. Снимает все негативы. Защищает союзника щитом, способен поглотить. Блин, хоть бы... Кто у нас самый мягкий? Гаррисон, наверное. Так, тут точно воинский клинок. Здесь Какой защищенный... Защищенный натиск? Защищенный натиск? Реально так? Блин, ну кулачки эти на ней прям красиво выглядят. Ну все. Окей. Ну, урона там, конечно, до жопы. Еще защищенный натиск. Ну хорошо, что я угадал с Гаррисоном. Угу. Угу. Могучих приемов нет. Ну, мистическую стрелу легче всего. Так, чисто сделать дебафыч. Так, тут точно воинский клинок еще один. Ой, жесть. Тут надо героизм. И вот сюда еще. Надо, тут аккуратно надо. Ну, он 313 нанес. Вкусно. Вкусно. Сейчас она еще щит даст. Блин, дебафы бы снять, конечно, было бы приятно. Блин, могучий прием тут вообще херня. Но если только на... Не, лучше на Галии броню. Можно сделать хил общий.
Не, нужен щит. Слизни холм. Нормально, пока бронируемся. Там у нас яд, вот тут бы Галио, конечно. О, не Галио, а этот. Големыч. Он его ваншотнул. Ёб твою мать. Бля, это отравление, это, конечно, херня. Не, видимо, рано еще. Что-то пока как-то не идет. Ну вот мы ему половину хп только сняли. Тут чисто по КД нужно. Не, могучий прием, не его хочу. Ее хочу, могучий прием. Конечно, прием у нее меньше брони дает, чем способность, но дает еще доп. Атаку. Интересно, успеем мы? Бить вообще не варик. 567. Не, Гаррисон сейчас откиснет. Ну да. 567. Ну ты тварына. Возможно, надо было и бить. Возможно... Не, все, она тоже отлетает. Ладно, придем на 12 уровне. Или подожди, или у нас и так 12 уровень? На 13, значит. Рано. Сильное. Сильное дерьмо. Real shit. Да, это жестко. Так, подожди. Все, у нас полное хп. Ладно, пойдем тогда дальше по квесту. Это что-то какое-то сложновато. Так, а куда нам надо-то? Туда? Вниз? Что-то я так и не понял. Ну ладно, пойдем пешком тогда. Мы бы каких-нибудь мобов попинаем. Ну, пауки. Я вроде пауков всех набил уже. Паук. Да, я все добил на пауке, так что можно плутать. Травки-муравки. Ой, бля. Да-да-да. Челы-челы-челы. Вообще можно землетрясение просто бахнуть. Тут можно просто парирование. Давай, мистическая защита. Да-да, расскажешь. Ах ты тварь. 5 урона. Ладно. Мне интересно, сколько опыта за них дадут. С каждого по одному опыта. Давай, 3 опыта. Нет, точнее, по одному опыту каждому. А, вообще опыт не дали. Да, найс. Даже одного не дали. Какой трэш. Да, все-таки к этим воротам надо. Ну, окей, let's go. Подойти к двери. Или к двери. Или к двери. Нам этот крутой меч дадут, интересно? О, какой-то челебас. Стойте. О, показано, кстати, что он как играбельный перс. Ну, ладно, он не как играбельный перс. Ну, короче, показано, что он за нас. И полегче с оружием. Это мы еще посмотрим. Объясни сперва, кто ты такой и что ты здесь делаешь. Могу задать вам тот же вопрос. Но остров полумесяца невелик, и ваше присутствие тут уже не новость. Так, продолжай. Мое имя Алюмон. Я последователь Ордена, и я полагаю, что наши цели совпадают. Слабо в это верится. Вы уже встречали бандитов? А значит, вам известно об артефакте, который попал в их руки. Надеюсь, он добрый и не предаст нас. Так и что с ним? И что это за темная госпожа такая? Их нанимательница. С помощью подобных артефактов она увеличивает свое могущество.
чтобы обзавестись армией. Что-то она как-то какой-то сложный путь выбрала. Ходячих мертвецов. А, окей, ходячие мертвецы, тогда понятно. Поистине некромант. В некотором смысле. Предполагаю, что она в могильной вахте за этими вратами. Чё, уже против нее драться? К сожалению, это особенное место. И чтобы преодолеть эти ворота и последующие препятствия, нам потребуется кое-что необычное. Нет, он сейчас скажет, нужно собрать 3 ключа. Это же от создателей Darksiders, по любасу. Чтобы пройти куда-то, нужно собрать каких-то 3 штуки, 3 артефакта, чтобы открыть ворота, там сразиться с 3 монстрами. Эти 3 монстра превратятся в каких-нибудь 3 ключа, чтобы открыть еще одни ворота. Артефакт, который позволит нам отправиться в мир мертвых, где все не то, чем кажется. Ладно. Мироходческий артефакт. Да, под названием «Гиблое сердце». Он был у местных волколаков, с которыми вы, как я понимаю, уже познакомились. С его помощью они пробираются в мир мертвых и таким образом попадают на другую сторону врат. И дальше, в могильную вахту. О, так у нас он уже есть. И как нам его достать? Нету. Они умудрились потерять его во время поисков другого артефакта в раскопе, шахте в Сухоземье, где добывают ману. С тех пор южные врата для них заперты. Дай угадаю. Теперь мы должны пойти в эту смертельно опасную шахту, найти эту штуковину и притащить ее сюда, чтобы тебя выручить. Я умею путешествовать между мирами, однако не могу никого с собой взять. Получив гиблое сердце, мы сможем все вместе атаковать могильную вахту. Нифига он крутой. Интересно, за него можно играть? В одиночку мне с Дестрой не совладать. С Дестрой? Это ваша темная госпожа. Ведьма, если точнее. Я отправлюсь за ворота, чтобы приглядывать за ее прихвостнями. Если вы вернетесь с гиблым сердцем, мы еще встретимся. Еще? Мы в первый-то раз такое удовольствие получили. Удачи. Удачи. Понятно. Найдите гиблое сердце. Короче, еще один данж, потом еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Пара-па-пи-па-пау. А, получается он то, что за воротами это типа... Да не, там что-то другое. Так, и куда нам надо? Здесь мы... Вообще, что можем намутить? Странный лагерь. Смотреть лагерь. Ой, подожди, это же... О, это же вообще первая локация. С этими самыми, как... С бандитами. Так что нам не сюды. А куды? Парапи-па-па-па-пау. Подожди, там хламоград. А, нам в эту пещеру. Понял, принял. Странно, что тут никаких телепортов нет. Что это за монстры? Какие-то птицы? Ну вот рука как будто птицы у него. Непонятно. Так, по-моему, там ближе будет. Да. Да. Но вообще так-то не супер большая карта. Да, не говори, что я зря это все обходил. Все-таки можно было. Бля, можно было все-таки через низ. Или нет? Бля, как туда попасть-то? Я хочу попить. Чтобы попить, мне надо атаковать слабого врага? В смысле? Интересно, что-то вкусное может упасть? Так, это у нас не слабый враг. Могучий земляной дух. Мне кажется, и с руки с ним справимся.
О, кажись, нет. Ну ладно, набьем этот самый. Блин, вот один из прикол этих ударов голема нашего, то, что он пробивает броню, выглядит вкусно. Маг пробивает броню, но он пробивает, ну, типа, увеличивает магический урон, как я понял, вот этими атаками. Как я понял. Так, ну ладно. Я думаю, короче, на ту фигню в этом подземелье, которое... Короче, слизень этот здоровый. Туда мы сможем только... Да, я в смысле. Ох, нифига вас тут. Какие-то крутые. 13 уровень. Читаю волну ярости, можно. Ну, гоп, броню поставим. Блять, даже с него вовремя. Пам-парарам-парарам-парарам-пам-пам. Блин, опасные челы. Я думаю, они даже не ваншотнутся. Ну, вряд ли Гаррисон захерачит их. Может, с одного? Ну да. Вот это я читаю игру. Ох, он еще и поджег. Что за черепки у них, значит? Что это за дебаф или баф? Пы-бым-пым-пы-бым. Так, нам сюда. А, нет, не сюда. Блин, жалко, нельзя идти и подбирать все во время ходьбы. Опять трое. Ладно, думаю, можно и прием потратить. Хи-я! Гоза деда тоже могучий прием. Интересно, сильно разнесет его? Гаррисон должен справиться тут, кажись. Проверка. Ну, 170 он нанес. Блин, мог за нее и обычную что-нибудь дать. Какой-нибудь обычный урончик. Блин, голем крутой, что он в данжах может хилить. Считай, бесплатно. Ну там типа хилки такие еще нормальные. Ой, хотим против нескольких челов. Тут у нас что? Тут у нас какой-то другой вход. Возможно, нам придется туда идти. Открыть ворота. Так, грубые двери ярко-белым красно выведены. Предупреждение. Шахты небезопасны. Вход закрыт ради вашей безопасности. Заперто. Ради нашей безопасности? Какой недоумок. Эй. Дедуля, я здесь, если что. А, кто? Дедуля? Да тебе самому лет 200 должно быть. Не надо преувеличивать, всего 157. Я ошибся всего на 43. Это много. Ладно, чего вы тут в раскопе шныряете? С чего это я должен? Простите, дела у нас в последнее время не ладятся. Это вы заперли шахту? А то. Вильть меня звать. Вкалываю на этих холмах, сколько себя помню. Как все пошло наперекосяк, решил запереть шахту. Нам очень нужно туда. Там внутри нечто очень важное. Да слыхал я такое. Вы хоть представляете, что там, во что ввязались? Неразумно, мне кажется, пускать туда ребенка, пусть даже с сопровождением. Вы в состоянии за себя постоять? Хм. Вы, конечно, здоровье Вельта. Мне будет только лучше, если там станет спокойнее. Вот что, я вас пущу, если вы наведете там порядок. Спасибо вам. И еще одно условие.
Если вы найдете там редкую руду, вы поделитесь с Вильтом. Ладно, мы сюда не за рудой пришли, в конце концов. Если мы найдем что-нибудь необычное, покажем вам. Договорились. Раскоп принимает гостей. Я буду на своем обычном месте к югу отсюда, если что. Спасибо. Рано меня благодарить. Вы еще не видели, что там внутри? Где он будет? Вон там вот? В той пещере? К югу. Север, юг и запад, восток. Нет, юг это там. Раскоп. Героически очень сложно. Блин, тут уже, кстати, нет... А, ну вот, нормально, героическое, легендарное. Ну-ка, на нормале. Нью... Как это называется? Нью данж. Каждая единица воли дает 10 единиц маны. Спасибо. Раскоп. Что-то тут как-то слишком много деревьев для шахты. Плюс 2 кремень. Угу, спасибо. Какой тут босс, интересно. Воу. Бля, тут волколаки эти дурацкие. Надеюсь, они те же, того же уровня. Ни хрена они не того же уровня. Ну шо, прокачаться успеем, интересно, в этих местах. Я думаю, его можно с руки бить. Быстрее отлететь с руки. Так, еще раз надо про ледяной залп. Я вообще не понимаю. Наносишь 63 магического урона, замораживает цель, снижая ее проворность на 10, на 3 хода, добавляет 5 единиц. А, короче, меньше уворачивается. Ну, 192. Наконец-то Гаррисон бьет нормально. Окей, увеличился силу атаки. Мы тебя захерачили так. Еще крит. Блин, это что, от заморозки такой эффект? И еще крит. Подожди, 3 крита. Лучше баш. И баш, и баш, и баш, и баш, и баш. Там что, еще один? Ой, бля, еще один. Добавим брони. Сила атаки. Волколак-боец. Волколак-кромсатель. Добавим еще и брони. Тык, 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 тык. Думаю, широкий размах получше будет. Блин, броню сбивают. Хотелось бы, чтобы когда броню вешаешь, она бы держалась еще хотя бы 2 хода. Так, не, давай... Нет, не сейсмическое, землетрясение. Так, а волколак-боец-то у нас послабее будет. Окей, броня есть, живем. Да. Ладно, второй крит. Ну, у нас, кстати, дофига крита на нем. Там должен быть большой процент. Не. Почему у меня Гаррисон хилится постоянно? Это какой-то кулон? Постоянно на плюс 50 в конце боя. А, или это, подожди, это способность у него была такая. Точно, точно. За талант. Пора понять, галат-талант. Это еще волколаки. Не бей, дядя. Шо, мы можем чем-нибудь сделаться? Хуже, хуже, хуже. Хуже. Сила атаки меньше. Фигня. Фигня. Крепкая кожа. Стандартная батарея. Успехов 0. Подожди, а эта батарея подходит, скажем, даже к старым моделям роботов. Блин, вот эти штуки нужны для тех роботов. Но зачем мы их будем делать? Ладно, один плюс у нас дохрена урона. Думаю, с руки пойдет.
Я хочу ледяную залпу. Блять, 130. Чертила. Не понял, где крит? Спасибо. Вызвал. Надо, короче, это, банками похиляться. Подожди, а я что-то хотел купить и не купил, бля. А, еды хотел купить. Так. Среднее зелье маны можно Гаррисону дать. Ух, нифига она. Слабое зелье счастья вот надо. Все, у меня больше нет зелья в счастье. А банки уходят только так. Ладно, я думаю, нормас. Аура окружающая. Блин, надо было ее выключать. Ну ладно. С пауком одним 14 уровня, кстати. Вообще без боя. Хорошо, что тут нет возрождения на них. Что-то мало опыта дали за 14 уровень. Аура, окружающая храм, вселяет в вас дикую ярость. Эффект распространяется и на ближайшего вы прекратите его действие. А, вот что нам давало. Оу-оу-оу. А, это просто сюда проход. Понятно. Та-ра-та-та-та-ра. О, карта. Блять, волколаки эти жопошные. Волколак боец. Ну ладно, один противник вообще можно спокойно. Хотя надо было эту ледяную стрелу. Можно спокойно с руки бить. Вообще ничего страшного. У меня есть хилки. Не особо хочу ману тратить. Что-то крит не залетает. Ледяной залп. Будь здоров, Настюш. У меня Гаррисон хилится еще. На него можно хилки не дать. Тэ-рэ-тэ-тэ-тэ-рэ. Блин, из дырок вываливаются. Неприятные челы. Глубинная сталь, кремень. О, журнал шахтера. Почерк очень странный и едва разборчив. Найдено за день. Твердая руда. Еще одну кирку сломал. Следующую нужно сделать получше, надо зайти к бороде. Находка. Кучка костей, не стал трогать, снова шел мимо. Ее уже не было, должно быть перепутал, в каком углу она была. Находка. Богатая жилами мана, а считается, что ее больше не осталось. Я разбогатею. На ощупь горячая, наверное, придется за ней потом вернуться. Никуда она не денется. Волков не интересует, спрячь ее. На сегодня все. У меня все. Ты-ры-ты-ты-ты. Так, вот, а я все думал, когда же ты появишься, скрытый проход, который можно быть залутать какой-нибудь сундучок. Сделанный осколок, спасибо, очень-очень вкусно. Блин, лифтики тут, конечно, долгие. Вот бы, уф. Так, считаю, надо сделать так. Сделать так. И сделать так. А подожди только. Что-то одно может быть? Я не могу броню таскать с собой? Так, считаю, можно и броню бахнуть. Ну, плюс урон. Так, тут можно что сделать? Я думаю, и с руки, хотя могу воинским этим. На ману у меня вроде есть что-то. Так, и ледяной залп. А, бля, берсерк, он когда урон получает, он, видимо, больше, еще больше урона и наносит. Так, тогда героизм.
героизм и мистическую стрелу. Так, надеюсь, он не пробьет броню. Ух, о, ауе, крутой. Не хочу особо ману тратить на него. Давай, добивай. Не добила. Жопа. А, ну ладно, он не ударил. Ух, хорошо, что он один был. И это все. Тьфу. Как будто ты сам думаешь. Это я за тебя думаю, дед. Подожди, я что не могу пройти? Воу-воу-воу-воу. А, это трапа? Интересно. Ладно, пауки изичные. Мистическая хворь. Надо. Уже готовишься. Нужно было лучше следить за защитой. Ну ладно, сейчас мы до 13-го докачаемся. Тогда будет вкусно. Бля, вот там точно кто-то сидит еще. Ку. Добро пожаловать к Мибу. Здесь спутники могут узнать, что предначертано им судьбой. Мибу достанет из своей сумки таинственную карту и не спошлет на вас ее благословение. Вы готовы? Скажи подробнее. Я достану из своей сумки случайную карту, а вы решите, оставляете вы ее или мы тащим другую. Имейте в виду, некоторые карты настоящий дар, а некоторые, скажем так, куда менее чудесственные. Это как карты Таро? Таро? Нет, Таро это ни о чем. А мои карты настоящая магия. Почувствуйте разницу. Ну давай. А теперь пора достать карту из сумки таинств. Оп. Вам досталась карта чуда. О, ну и дела. Скорее с вами случится нечто неприятное, и с этим ничего нельзя поделать. Давай взять другую. Вам досталась карта рыцарь. Кто-то из вас должно быть позорный трус, раз к вам пришла эта карта. Ну, оставить. Прекрасно, прекрасно. Помните, карты никогда не лгут. О, кайф. Ой, тут еще кто-то. Подожди, я там мог... Бля. Похожее место. В прошлый раз мы тоже в таком были. Ну ладно, у нас броня, чешу. Как долго, интересно. Ой, надо Нолана похилить. Спасибо, блядь, похилил. Он вашотнуть его решил. Такой думает, бля, что ты дед какой-то уставший, надо ему помочь. Бедный дед. Надеюсь, у него мана не под ноль. Эх, а вот если бы он апнулся, он бы сразу был похилен. Бам. Да, ладно, мана у него есть. Круто. Ну, ладно, на самом деле много можно было и не тратить. Один хрен там сейчас пару боев, и он захиляется. Так, журнал шахтера. Почерк очень странный, едва разборчивый. На один, а за один. Простая руда, пара-тройка блестяшек, опять кости. Не очень похоже на обычные старые кости, правда. Находка. Странная блестяшка, пахнет плохо. Как металл может плохо пахнуть? Оставил где лежало. Находка. Одна кость, слишком чистая, при этом теплая. Почему? Пойду домой. Нужен новый блокнот. Этот вот-вот развалится. Так, спасибо. Не знаю, много ли у меня кремня, чтобы все зажигать. Но, надеюсь, зомби не заспавнятся в этих местах. И скелеты, и пауки, и криперы тоже не заспавнятся. Бам.
Бам. Бам. А с какого удара я у меня получилось забашить? Неужели с Галии удара? Вы как думаете, вот такая маленькая девочка вас ударит такими когтями, вы забашитесь или сразу умрете? Баш? Или подожди, или у меня Гаррисон сейчас забашил его? Надо быть внимательнее. О, дед почти... Дед почти 13-й, как вкусно. Ой, бля, что? Знаешь, джавушка. Отчеты о разработке шахт. Это старый свиток, дожил до нашего времени благодаря пропитавшей его странной маслянистой субстанции. Еженедельный рапорт маршала Клога. Ситуация нормальная. Гранодобывающие работы идут полным ходом. Настроение рабочих в норме. Угрозы от местной фауны и обитателей пещеры минимально. Что за херня? Летает тут. Продолжается обнаружение новых жилманы. Найденные артефакты отсутствуют. Маршал Клок. Ох, ё. Ой, подожди, надо запомнить. Как идти? Мы можем освещать себе путь. Недолго. Понятно, спасибо. Я уже две всрал таких. Так, еще раз. Угу. Ну, их же видно. Так, а мне что, надо туда? Надо сюда? Или куда? Ух ё. Не пугай. А, вот лестница. А, так это жизнь. Ёб твою мать, что вы придумали тут? Почерк очень странный, едва разборчив. Еще столько нужно найти, но что-то не так. Это реально здоровый волк. Вышвырял многих в пропасть, когда злился. Волки из этой пропасти повыползали. Как? Они странно светятся. Здесь все начинает светиться, как не... Как те негодные кости на дорогах вокруг раскопа. Тоже какие-то светящиеся парни. Нужно запереть дверь. Как-нибудь попозже взгляну. Придется искать руду в другом месте. Здесь теперь совсем беда. Так, еще раз. Куда нам надо? Бэт-лабиринт. Ой, да ладно, если даже коцнусь, я думаю, ничего страшного. Можно вот так вот сделать. Тем более. Опа. Вот тебе и коцнул весь. А, подожди, тут есть такая штука. Тупик. Значит, туда надо. Блядь. Светящиеся кости. Почему вы не тут? Блин. А, не, изи. Это шо вообще? Я тут могу пройти? Угу. Опа. Ну, красивченько, конечно, красивченько. Интересное место. А, это типа маны же. Мы же у маны. Думаю, это надо открыть. Ну, шипы такое себе тут, конечно. Пока супер какие... Тут головоломки сложнее, чем вот эти ловушки. Ну, так... Если брать какой-нибудь ПУЕ, да, какой-нибудь ПТФХЛ, то там все это жестче. Считаю, вот такой сложности не хватает. В... Тут особо анвиби бы были умереть, конечно. Факел окружен загадочным синим.
Так, откуда столько волков? Раньше они сюда не заглядывали, а теперь все обшаривают. Нужно лучше прятаться, нужно найти новый проход. А то этот слишком близко к месту, где они устраивают игрище. Не нравится мне это место. Находка. Темные кости. Странно светится. Руды все меньше. Костей все больше. Эти тоже теплые, но темные. Пришел большой волчара. Орет на остальных. Большой меч на голове кости. Скинул пару мелких в пропасть. Они потеряли что-то важное. Большой волчара с мечом много орет. Я найду эту штуку. Она должна здорово блестеть. Волчара с мечом злится на всю пещеру. Слышно, поищу эту штуку завтра, когда будем меньше криков и магии. Великий том знаний. О, блин, ну читать тут, конечно, полезно. Все как в реале. Читаешь, получаешь том знаний. Так, ага. Так, нам надо вон туда. Так, отсюда мы пришли. Тут что-то есть. Здравствуйте. Отчет разработки шахты. Это старый свиток дожил. Ага. Еженедельный рапорт маршала Клога. Ситуация угрожающая. Горнодобывающие работы идут средним темпом, но по-другому, но под угрозой срыва. Настроение рабочих неважное. Как-то они быстро переметнулись, конечно. Вроде все нормально было. Боевые столкновения. Недавно мы были атакованы с севера племенем волколаков белого окраса. Нападение совпало по времени с обнаружением артефакта неизвестного происхождения. Атака была отражена, но мы понесли потери. Пожалуйста, пришлите подкрепление при первой же возможности. Новые жилы маны больше не обнаруживаются. Горная порода пуста. Найденный артефакт один не опознан. Понятно. Перед вами стоит алтарь мрачного вида. На нем написано «Сосуд войны, помните славу битв». Перед алтарем стоит пустой сосуд. Как вы поступите? Сосуд победоносной войны. Так, надеюсь, это ничего страшного. Бля. У меня последняя броня осталась. Ку. Ой, надо было гранаты в него шмальнуть. Так, деда. Так, ну, в принципе, лучше так вот. Звездоп урон. Жалко, это скипать нельзя, на то они надоедают. Эти анимейшены. Так, блин, ману уже не особо хочу тратить. Ой, так хорошо. Так. Бам. Ну давай, копи, копи. Деда мы только дебафаем. Че, ну добьет? Не добьет. Только не ауешка. Ну я ж попросил. Ну у нас, кстати, быстро ульта копится. Вкусно. Ну вкусно. Доступно способен магический взрыв. Ладно, дед восстановился. Я перезарядился. Так, что за способности? Что за магический взрыв? А, мистический взрыв. Наносит цели 122 магического урона. Если цель горит, заморожена или страдает от мистической хвори, то мистический взрыв наносит 40 магического урона всем врагам, оглушая цель, либо восстанавливает 15 единиц заряда и наносит цели 50... Ох, ебать, тут букв. Много букв! Так, ладно, а что можно прокачать ему? 3 очка. Магическая защита, мистическое здоровье. Увеличивает выносливость на 2. Увеличивает магическую защиту. Фигня. Увеличивает силу лечения на 4%. Ну, вот это уже выглядит вкуснее. Так. О. О! Работает. Это он оглушен? Так. Так. Старший волколак следопыт.
Точно, есть же еще насмешка. Так, укол. Я быстро удал. Ну, нифига у него хп. Не надо. Не надо, дядя. Так, ну чё, чекнем, чё за способность. Мистический взрыв. Он его должен оглушить еще раз? Нет, он ни хрена не оглушил. Блядь, какой сильный. Не бей. Ну ладно, мы сейчас левелапнемся. Против такого челебаса мы точно должны левелапнуться. Только не девочку. Спасибо. Оу, способность наследия Арамуса. Способность Берсерк. Го чекать. 672 опыта за него дали. Вот это вкусно. Так, что за способность? Берсерк. Атакует трижды, нанося цели 197 урона. Добавляет по одной атаке, наносящей 66 урона за каждый критический удар до 4 дополнительных атак. В теории сильно. Наследие Арамуса. Накладывает на Гали щит, который поглощает 63 урон в течение следующих 3 ходов. Каждый раз, когда Гали будет получать урон, ее здоровье будет восстанавливаться. Не очень сильно. Так, по талантам 6 очков. Критическая защита. Снижает урон от критических ударов на 30. Берем. Гаррисон. 3 очка. Увеличивает проворность. Увеличивает выносливость. Широкий замах. Снижает базовый урон с 1072, но заставляет каждую цель истекать кровью и получает 71% защищающий урон в течение 4 ходов. Бодрящий удар. Если бодрящий удар наносит критический урон, ну понятно, короче, фигня. Тут покруче будут перки. Так, освещаем путь. Факел окружен загадочным сиянием. Ого. Блин, много ли у нас кремни? То нам что-то он вообще не выпадает. Ну все, держись, жижи из канализации. Бля, в пот залить ту жижу из канализации, конечно, интересно было. Насколько вкусно. Да, с уровнем вообще брони не появляется, а шмотки не выпадают нормальные. Я уже так давно хожу с этим мечом на Гаррисоне. Дайте что-нибудь. А сколько у меня кремня осталось? Интересно, как чекнуть? Кремень. А, 7 штук, нормально. Может быть, еще и выпадет. Так, уф. Не ту кнопку нажал. Хотел их оглушить. Так, что у нас делает не то именно? Увеличивает вероятность критического урона всех союзников на 60%. На следующие два действия, следующие этого действия Гаррисон может, понятно, с херня. Берсерк. Год чекнем берсерк. Так, тут можно и огненную бурю. Тут можно... героизм. Бля. Больно. Капец больно. Нифига, он 3 урона просто херачит. Двести крит. Ну, выглядит как-то так себе. Ты чё залипла?
залипало. Что-то вкусное. Ничего. Я не знаю, надо тут поджигать. Вообще бесполезно, два кремня потратил. Ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру. О, светящиеся кости. Оно. Прочные кости. Так, отрывок отчета о шахте. Ситуация нормальная. Горнорабочие работы идут умеренным темпом. Настроение рабочих пошатнулось, но в целом остается стабильным. Угроза от местной фауны и обитателей пещер растет по мере углубления. Наши войска разбираются с ними по мере появления. Обнаружение новых жилманы становится интенсивнее. Найденные артефакты отсутствуют. Спасибо. О, каменная броня типа 2. Блин, ну это на танк. Ну, точнее, на голема нашего. О. Да, спасибо. Подожди, тут должен быть сундук. О. Что, где-то еще должен быть? И что этот рычаг делает? Спасибо. Я надеялся, что просто сундук появится. Да что это? Я ничего не вижу. Спасибо. Ой, вот эти бесполезные моменты, конечно, да, неприятно. Так, осталось раз, два, три, четыре, пять комнат. Окей, let's go. Как думаете, что это? Читос? Говно? Нет, это Байкал. Тут какую-то чашу взяли, непонятно для чего. Какие-то факелы зажигаем, непонятно для чего. Сундук вижу, непонятно для чего. О! Сюда! Вы поймали инспектора. Бля, там два этих берсерка. Выглядят неприятно. Кристаллический сгусток маны. Так, один будет... Это самое. Встание. Восстание. Блин, может... Ну, блин, сразу стан не хочу юзать. Считаю, нужно... Могучий прием. Так, тык-тык-тык-тык. Уго зловещее присутствие. Посмотрим, сильно пробьет. Хотя там как-то не очень много урона. Бля, что я сделал, пиздец, я им дал столько. О-о-о-о. Вот это ошибочно, они сейчас столько дэмэджа получат. Ёб твою мать. Не, за деда херня. Ауе, конечно, его. Ну давай огненную бурю. Надеюсь, не сильно их забафает. Блять, плюс сила атаки. Не надо, дядя. Бля, они меня сейчас чпокнут. Не надо проливать нашу кровь. Не надо проливать нашу кровь. Бля, у них 10. Это жопа. А, землетрясение. Давай вообще лечение.
Бля, не убивайте. Окей, броню не пробил. Гарится! Бля, зря я похилился, надо было дэмэдж наносить. Ой, пипяу. Бля. Ладно, они подготавливаются. Возможно, есть шанс. Так, мистический стрел. Добьет, пожалуйста, добей. Спасибо. Ой, трэш не добил. Ладно, он подготовился. Пипец, вот это уже тяжело начинается. Ну, в JRPG я в самом начале говорил, что всегда так. Вначале всегда тяжело. Вначале всегда жопа. Слабое зелье исцеления. Спасибо, бля. Зелье оздоровления. Что оно делает? Ага, спасибо. Вот и... Бля, у меня все слабое. Что за бред? Слабое зелье исцеления. Жесть. Ой, бля. Что это? Неожиданно и приятно. Урок хороших манер. Часть первая. А, ну ладно, одна летучая крыса не страшна. Промах. В какую-то. Промах? Нет. Че, сейчас от кровотечения отлетит, нет? Это было предсказуемо. Ой, она даже от кровотечения... Да ёпта. Ладно, умерет. 41 кровотечение. Мало. Кулялити. Так, го кинем в неё. Пьяно ты кинул, дядя. Крутой дядя! Ну, а, ну тут с руки спас. О, у нее нету ворота, все. Это отлетит быстрее, чем там. Отлетит или улетит? Полетело. Мне... Вот мне, кстати, рассказывала бабушка, что типа на даче было куча летучих мышь. Мышь. Сколько? 300... А, 32. Я думал, нам дали 320. Ой, блядь. Ебать, ты напугала. У меня инсульт жопа. Хорошо, что я в хорроры не играю. Ситуация критическая. Прошу простить за нарушение протокола при приближении к артефакту. Нескольким нашим людям и рабочих просто исчезли. Подходить к нему стало крайне рискованно. Нам нужен маг, способный проанализировать находку. Вдобавок ко всему, атаки волколаков случаются все чаще. Наша численность уменьшается. Гражданский персонал перестал посещать шахту. Гранодобывающая деятельность прекращена. Мы попытались переслать это сообщение с гонцом через верхние перевалы, но... Малый том знаний. Блин, томы знаний? Томы. Ага, нам вот до конца надо. Что-то страшно. Бля, на нее повесил. Фак. Не хотелось. Мощная цепочка из глубины стали. Так, что это? Маг защита больше, физическая сила атаки больше, критический урон больше. Склизкая куртка. Спасибо. Так, 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 так. Доп урон. О. Доп урон. Доп урон. Это можно нацепить. А, не могу нацепить, пока его нет. Понятненько. Раз... Камень инспектора. А это что? Сосуд победоносной войны. Раскопы хранит в себе души поверженных врагов и жаждет новых. Ага. То есть мы какую-то душу засосем. Если бы знать еще какую. Куда сосать? Так, подожди, там мы были, да. Опа, чешу.
искатели маны. Я начинаю думать, что здесь вообще не было маны. Думаю, у Логана просто были счеты с Майлзом, и он послал нас сюда, чтобы поквитаться. Какое ему дело, что с нами будет, если Майлз тут сгинет? Надо было мне сразу догадаться. Если что-то кажется сказочным выгодно, это обычно какое-то западло. Западло. Ух, надеюсь, больше нет мобов на этом. Спасибо. Спасибо, дядя. Ведь недаром. Москва, спалённая пожар. Или как там? Так, луна. Луна. Тентакля. Вода. Подожди. Ну, там была луна. И тентакля. Открыли? Видимо, нам надо что-то еще найти, чтобы узнать код. Бля, павуки. Вот тентакля и... Понятно. Огромный пещерный павук. Блин, можно за нее могучий прием использовать этот. Этот будет вкусный могучий прием. Даже очень. Так, волна ярости. Огненная буря. А. Угу. Ну ладно, я думаю, они отлетят. Ой, они и так отлетают. Они не отлетают. А, они отлетают. Красиво. Маны, правда, дохера стоило это все. Мана. Так, и дерево. Необычные компоненты. Мог бы я догадаться, что это дерево? Вряд ли. Ну ничего, опыт получаем. Ой, еще медленнее можно. Так, искатели маны. Это человеческие кости со следами зубов. Отметины слишком маленькие для волколаков, но слишком большие для мелких зверьков. Понятно, что-то нас ожидает. Зажигая факел, вы замечаете, что в труте какой-то предмет. Кольцо вечного синего пламени. Что дает? Доп. Урон. Синее пламя. С вероятностью 10% при попадании наносит дополнительный 7.1 пронзающего магического урона. Блин, ну поджигамба. Подожди, у нас на Диде. Ой. На Диде у нас есть вообще кольцо? Бля. Управление, конечно. Диде есть кольцо. Ну, короче, чисто этот. Как он называется? Цукиёми? Нет, вечная Цукиёми. Подожди. Сусана? Как этот огненный... Огненный огонь. Черный огонь, точнее. Сусана. Нет, не Сусана. Бля, забыл. Жесть. Так, 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 так. Ой, нам, конечно, бэкнуть и похилиться. Около скелета лежит втуптанная в землю записка. Часть скелета отсутствует, видны следы волока. Подвернул ногу. Не знаю, как теперь буду выбираться, но что-нибудь придумаю. Остальные ушли, бросив меня. Но я их не виню. Билли, впрочем, вернулся, пока остался не... пока остальные не видели. И оставил мне свою фляжку. Учитывая, как Майлз смотрел на остальных, мне еще повезло. Не знаю, что у него на уме, но добра от него не жди. Никогда мне не доводилось иметь дело с прорабом, которого бы я настолько не доверял. Надо бы поспать. Но я постоянно слышу вокруг себя звуки этих лезвий. Вот уж чего мы не ожидали здесь встретить. Да, какие лезвия? Мне страшно. Блять, очень мало хп. Там полюбасу босс. Мне почему-то так кажется. Потому что там сундук. Ну
Ну и страшилка, бля. Ух, ядрить вас тут! Бля, может... Ой, блюну. Может бэкнуть на базу? Так, сколько уже час? Короче, идея у меня такая. Сейчас я заканчиваю запись. Упражняюсь. Бэкаюсь на базу, хилюсь. И продолжаю этот данж. Так, всем ББ. ГГВП. Да.